Добрый вечер и добро пожаловать в Легион Правосудия Америки. Как вы все знаете, недавно был удовлетворен иск, поданный против Легиона Правосудия Соединенными Штатами. Очевидно, им показалось, что члены Легиона оказывают определенное предпочтение белым мужчинам и невероятно красивым белым женщинам. Как часть решения проблемы, без отрицания или принятия нашей вины, я бы хотел представить вам новых членов. Пожалуйста, поприветствуйте первого еврейского супергероя, Бородач. Чайко, человек-компьютер, наш первый представитель Востока. И, конечно, женщина, которая, собственно, и подала против нас иск, злая тетка, единственный в мире черный супергерой, феминист-лесбиянка. И последний, но не крайний, давайте окажем теплый прием Легиона Правосудия нашему новому недоразвитому супергерою, инвалиду. Спасибо. Я человек нескольких слов. Я бы хотел сказать всем тем, кто никогда не верил в силу людей с недостатками, в городе новый шериф, и это его значок. Смотрите, там в небе. Это птица, это самолет. Это гигантский знак человека с недостатками. Слушайте, я бы хотел остаться и поболтать, но там кому-то нужна моя помощь. Я вернусь. Вверх, вверх и прочь отсюда! Слава Богу, ты услышал мой зов. Не бойся, инвалид здесь. Хорошо. Мне срочно нужно. Этот парень сидит в кабинке около полутора часов. Он даже не калека. Больше ни слова. Назад. Что-то подсказывает мне, это будет не очень-то красиво. И что за... Выходи из кабинки, пока не нарвался на неприятности. Я никуда не пойду. Кажется, кто-то хочет пополнить ряды инвалидов. Давайте займемся делом. Глоток холодной воды успокоит тебя. А теперь вали отсюда. Прости, инвалид. Прости. О нет, я ничего не делал. Прости. Ты выручил меня. Физически неполноценным нужен был герой, и это ты. Спасибо, инвалид. Все хорошо, сынок. И запомни, никогда не недооценивай силу людей с недостатками. Вверх, вверх и прочь отсюда! Слава Богу, у нас есть инвалид, на которого мы можем рассчитывать. Приключения инвалида. Продолжение следует.